И всем привет, с вами Ростик Сын. Нищий. Нищики, богачи на месте. Я сейчас расскажу историю о том, как я получал гранты от NIR. Protocol, монета такая, из топ-50 CoinMarket Cap. Куда я их потратил, как это было. Ну и как вы сможете также их получить. Кому интересно ознакомиться с видео, есть плейлист о NIR. Давайте я расскажу с самого начала. Мне, в общем-то, пишут по поводу рекламы NIR Protocol. И... Вот давай, чё, расскажу, вот как было. Я такой, деньги. Такой, да еще и хороший проект. Как тут можно отказаться? И мне говорят, что там какой-то новый кошелек, который пока нельзя скачать в Google Play Market, но скоро можно будет. И те, кто его скачает... Туда получит там, типа, розыгрыш между ними будет $10,000, ну, условно, да? Короче, много. А чтобы зарегаться в этот кошелек, нужно ввести свою сид-фразу. Я такой, найс. Я говорю, договариваемся с ним о цене, там, все туда-сюда. Делаю видос просто отличнейшего качества. И знаете, монтажер, говорю, у нас редко приходят такие крутые компании. Все такое. Сделаем просто идеальный видос там. Он там такие сделал графики. И тут я такой думаю, а зайду-ка я в чат NIR и ну прорекламлю там этот видос, почему нет? Я туда захожу, и мне говорят, это скам, бро. Это скам, ты скамер. Такой, чиназис. И самый прикол, что мне сказали, что мне деньги заплатят через 2 дня после того, как видос выйдет, или через 3. Ну, короче, вот такая шняга, да? Я вот все админу вот это излагаю. Вот эту тему админ говорит, это скам, быстрее удаляй видос. Я удаляю его, то есть буквально там часов через 10, да? И я такой, блин, как меня могли заскамить. Еще с монтажером мы как-то договорились, но мы, самое главное, я не знаю, смотришь ты или нет это видео, но мы с вот это договорились, ты меня понял, я сказал, что, блин, меня заскамили, меня не заплатили. Ты не против, если я, ну я как бы тебе не заплачу, норм будет он. Кейп сказал, все нормально, понял меня в этой ситуации, это было прям приятно тогда. Сейчас выпью сок и дальше продолжу, а то прям вспомнилось. И я в офиге сижу, там еще мои друзья прорекламировали меня в свои паблики. Неудобно было, когда это скамом оказалось. Ну хорошо, никто деньги не потерял. Ну ладно, идем дальше. И... Я вот спрашиваю админа, а как тогда вот прорекламировать NIR, может, как с вами связаться? Он говорит, ну, можно грант получить там вот как-то вот так вот. Там можешь попробовать, что-то мне кидает ссылки, как это сделать. Я такой, чиназис, почему нет? И мне как будто, знаете, вот прям захотелось получить... реальную рекламу NIR после того, как меня заскамили. То есть я как бы ничего не потерял, когда меня заскамили, и никто не потерял, но это просто было неприятно, да? И я такой, Я посмотрел, как делать эти гранты, как другие их получают. Давайте я расскажу просто. У NIR есть сайт, где каждый может написать, что ему нужен грант. Там есть несколько категорий. Допустим, есть категория игр, да, каких-то приложений, DeFi, да, вот там 1 000 000 категорий. У меня была, соответственно, категория маркетинг. Я скажу так же, то есть, допустим, кто-то может получить грант там на игру. Допустим, на игры могут выделить и $100,000, ну, условно, да. Понимаете, о чем я? И я такой, посмотрел, как другие получали гранты в маркетинге. Пообщался в чатиках NIR, как туда-сюда. Кто что. Потом мне там все круто объяснили, что вот так-то нужно делать, так-то не нужно делать. Я такой, чего? А при этом я еще не очень, как бы скажем так, иногда я могу тупить, там все такое, когда я записывал там всякие вот эти, скажем так, заявку на получение гранта, мне помогал ли админ, я там задавал 1 000 000 вопросов. И при этом, конечно, никому не платил, ни админам, ничего. То есть... Хотя там ходят слухи, что кто-то там, типа, кому-то платит. Но я лично с таким не сталкивался. И я думаю, это больше связано с теми, кто получает гранты на $100,000, 200. Ну, понимаете, да? У меня, сразу скажу, вот один грант я получил на $1,100, а второй, скажу чуть позже, как мы к нему перейдем.
То есть я просто подал грант, то, что я сделаю 10 видео, сделаю там такой-то конкурс, сделаю то-то, то-то, вот я такой-то, такой-то, вот мой канал. Дайте денег. Вот такое вот было мое заявление, скажем так. Кстати, между прочим, штаб-квартира НИР находится в Швейцарии. Свизленд. Чи. Ладно, что-то я много рассказал слово чи. Ну, меня прикаляет. Прикаляет на прикольчики. Сделал грант, все круто сделал, сделал видосики. Там админы сказали, что все круто, связывался с каждым проектом, который я видос сделал. В общем, получилось очень, очень вайбово, очень приятненько, знаете, так приятно. И потом такой, так можешь же второй грант получить. Также все заполняю. Там были, конечно, небольшие сложности, потому что там я являюсь резидентом России, это было там чуть-чуть туда-сюда. Но я его... А, вот самый прикол. Я только-только купил квартиру. Можете посмотреть в моем профиле. Главное видео, там, как я квартиру покупал. И она мне как бы такая серая коробка. Особенно в туалете. То есть мне там ремонт нужно было делать. То есть бабки вообще нужны были. А после квартиры купил, тоже мне денег не особо много было. И вот мне нужно делать ремонт. Там что-то с грантом, что-то... Ну, знаете, так притормозилось. Я такой, хоть бы повезло. Я получаю грант, по-моему, на 2000 долларов. Делаю круто видосы, провожу конкурсы, доделываю ремонт. Прям вообще с кайфом. Вот так вот это было. То есть я получил, наверное, 3000 долларов от НИР. Честно выполнил свои условия, о которых говорил. Старался. Еще, кстати, вот на вот этом балконе, где я сейчас записывал видосы. Ну, знаете, такие первые 20 секунд на красивом фоне. Тут, конечно, сейчас темно, но у меня тут балкон 20-метровый. И вид на сад. Такой вайбик. Напишите в комментариях. Знаете ли вообще монетки НИР? Были ли еще какие-то гранты? Как вам видео? То есть... И смотрите, что вы можете извлечь из этого видео, если вы до сих пор не поняли. Вы можете получить грант, и не обязательно в НИР, потому что такие есть во многих моментиках, да? Регистрируйтесь там на биржах. Ссылки в описании, если еще не зареганы. Вы получите... Сколько там? Скидку на торговые комиссии навечно. То есть, вы зарегистрируете, вы много сэкономите. Как-то так. Заходите в мой телеграм-канал, там... Я говорю вообще о своих, всех своих мувах в крипте. Rich. You know? You understand? Ладно, все, пока.